привет, начал я такой что-то дуэли проходить, а потом вспомнил, что я же хотел сделать одну важную вещь. То, о чем я всегда говорил. Всегда одевать первый отряд. Вот смотрите, у меня сейчас второй отряд, это Рик, Морган и Шейн одеты в фиолеты. Но мы наконец-то собрали 5 пистолетов. И мы готовы получить катану. Потому что сегодня было ЛВК, и мы набрали еще 15. Наконец-то мы их наковали, и мы готовы, наконец-то скрафтить эту вещь. Использовать все свои 5 пистолетов ради этого. Ну, ради этого что сказать, так не сделаешь. Потому что все-таки катана по сравнению с пистолетом дает плюс 32,5 к атаке, плюс 32,5 к защите. Я считаю, что катана прям топовая вещица. Ее прям нужно было мне скрафтить. И мы наконец-то ее сейчас скрафтим. Вы выбрали снаряжение, которым пользуются выжившие? Да. И теперь у меня будет 4 части, и поэтому еще моя атака команды вырастет на плюс 10. То есть я сейчас почти плюс 40% получу бейти к атаке. Вот. О, кстати, сейчас вот здесь вот можно посмотреть. Если снять, у меня будет у него по 60%, а если одеть, по 160%. А у Абрахама, видите, их понизили, у него 50%. Так что бета, мега крутой чувак у меня сейчас становится, потому что у меня бета и альфа в золотом снаряжении. Вот на Розиту мне теперь нужен синий меч хотя бы. Для этого мы что сделаем? Для этого мы разберем каску. Тут каску мы разобрать не можем, мы разберем ее вот здесь. Ну что делать-то мне? Снаряжение-то нужно? Шем-то придется пожертвовать. На ком она там была? Да какая разница, давайте с кого-нибудь снимем, да и пофиг. С Губера вот, допустим, разобрать, подтвердить. И сейчас мы просто накрафтим синих мечей. Так, получить снаряжение, выковать. Есть. На розетке теперь синенький будет, слабенько, ну что поделать-то. Лишили всех оружий. Так. Снаряжение. И что, еще одну сможем выковать? О, отлично. Так у нас не так все плохо оказалось. Еще 2 синих меча, и я фиолетовый пистолет верну разить. Вот это вот уже круто. Но в любом случае оружие надо собирать.